Беспорядок. Ну, когда шпана начинает... Понимаю, но шпана дешевая или заместитель министра внутренних дел. Неважно. Важен баланс всех интересов. А когда баланс нарушается, в любом малом пустяке глобальный бардак выходит. И рушится государство. Ну, а ты... Ты не хватил ли? За всеми не уследишь. Придет большая чехарда. И они виноваты, потому что беспорядочны. И ты виноват с одной стороны. Ну, а с другой? С другой стороны, ты как бы приподнял маску дурачка. И я увидел сильную личность. Такими не бросаются. Таким один раз можно простить. Только... Один раз. Простить самодеятельного убийцу? Кто убийца? Разве ты убивал? А если даже и убивал, что с того? Ну, выходит так, что у Господа Бога да. Отняли возможность давать и отбирать. За всеми не уследишь. И ты разве... Верующий. Когда-то, знаешь, может быть, а теперь, скорее всего, что нет. Но мне иногда кажется, что ад и рай существуют. Мы сами выбираем либо дорогу в рай, либо колею в ад. Ну, тогда после смерти... До смерти еще дожить надо. Успеем покаяться. А если нет? Чего? Ну, я говорю о другой жизни, о перерождении. Вот мы в другой жизни. Если не успеем, как ты говоришь, покаяться, там воздастся? Не умничай. Ты сильный и талантливый. Не в другой жизни, а сейчас, здесь. Понял? Сейчас, здесь, ты жук, прирожденный жук. И тебе не к лицу всякая за ум. Сильный, но вне системы. И приятель твой, Муромский, тоже вне системы. Я к нему приглядываюсь, и потому ничего не прошу. Пусть созреет до того момента, когда время одиночек кончится. А оно, как считаешь, кончится? Скорее, чем думаешь. Жаль. Ну, жаль, не знаю. Но хорошие люди должны быть или со мной, или против меня. Ну, до Иисуса нам далековато. Правильно, далековато. Твой соотечественник совсем по-другому все сказал. Он сказал так. Кто не с нами, он против нас. То есть, кто не с нами будет, он будет против нас. Но зато государство было... Порядок был. Был? Был. Да. А не скучно ли это, Вахтанг? Весело. Вот оттуда вниз головой лететь. Да? Вот оттуда? Вот оттуда, да. И жить. Да. Обхохочешься.
правильно летишь и хохочешь. Да? И все видно. Даже через нехотенбенк, да? Только не все слышно. Плохо это. Это плохо. Это очень слышно. Плохо. Правильно, правильно. Да, это плохо, не слышно. Плохо. Да плохо. О, пацаны, у вас фотик есть у кого-нибудь? Давай на память щелкнемся, а? Ты знаешь что? Все о нашем полете, да? Да, да. Все щелкают, щелкают. А карточек никто не дает. Не дает? Не дает. Не дает? Нет. Мерзавцы, да. Наказать их. Да. А я сделаю, обязательно отдам. А ты обещаешь? Обещаю. Сделаю и в рамочке. В рамочке. Да? Тогда давай. 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 Хорошо головы вот так. Давай еще раз. Спасибо. Спасибо. Амазонка. Проходи, проходи. Долго вы же. Чистая ягода. Амазонка. О, долго. Звонить-то собираюсь. Зрел, 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 зрел. Обретая мудрость души и седину шевелюры. А как насчет беса в ребро? О, с этим все в порядке, Синечка. Все в порядке, все в порядке. Значит, решили все-таки соблазнить. Ну, зачем? Знаешь, как говорил один мавр из военной администрации на Кипре? Блаженно рогач к измене равнодушный, но жалок тот, кто любит и не верит, подозревает, но боготворит. Не люблю быть жалким. Предусмотрительный товарищ. Хочу предложить тебе работу. Мне? Почему бы нет? Скучна жизнь генеральской дочки. Узок круг общения. Знаешь, как одна из чеховских сестер говорила, работать, 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 работать. Ну понятно, а на кого работать? Чисто чекистский вопрос. На меня, но не у меня. Так. У одного необузданного, но щедрого мужчины. И уже достигшего половой зрелости. Ну, звучит соблазнительно. Ну, а как папуля-то отпустит? А папуля не до меня. Да я не спрашиваю. Ну, а концертная деятельность? А концертная деятельность сдохла, не начавшись. Вот это вот жаль, 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 жаль. Одну минуточку, сейчас маленький сюрпризик. Ты знаешь, я тут один английский текстик подхватил, замечательный. Но ничего, никакого намека на патриотичность. Вошел я на горку Пиппин-Хилл, а там наверху ужасная грязь. И встретил я там прекрасную мисс, она мне кивнула, смеясь. Бог да хранит цветы ваших глаз, сказал я ей, поклонясь. Я последний свой шиллинг, мисс, рад бы истратить на вас. Я вас укрою от всех непогод, от бурь защищу вас, мисс. Взойдем с вами вместе на Пиппин-Хилл. Под вечер мы спустимся вниз. Я крепко к груди вас своей прижму. И нас не разнять никогда никому. О, бля. Угощайся. Вау. Опа! Свежак. Свежак, свежак. Вкусно. Вкусно. Как? Вкусно. Вкусно. Безжалостно. Безжалостно. Хочешь попробовать? Не дразнит, не дразнит. А как зовут твоего половозрелого мужчину? Тарзан. Вау.
Договорились. Значит так, здесь гостиная будет, там кабинет, да? Нет, подожди, давай наоборот. Здесь кабинет, а там гостиная. Задницу просиживать нечего. Тут спальня будет. Ясно. Мебель для спальни какую предпочтете? Модерн или типа ампир? Ну, какая подешевле? Все дорого. Модерн чуть подешевле. Давай ампир. Какой век? Не помню точно. Знаю румынское. Угу. Времен князя Дракулы, да? Не понял, простите. Ладно, что французское, что румынское. Все завитушки. Ваша сотрудница? Скорее всего, нет. Мемуары пишем? Или так? Профессиональное наблюдение? На всякий случай фиксирую распоряжение шефа. Угу. А как сюда вошло? Дверь была открыта. Понятно. Не теряешься. Угу. Ну так ведь не сегодня, завтра вам обязательно понадобится личный секретарь. Может быть, и понадобится. Ну так вот. А я не теряю время ни свое, ни ваше. Do you understand me, dear? Yes, of course. Молодец. Ну все, вы свободны. Гарнитуры когда завозить? Скажите, а сейчас нельзя быстренько какую-нибудь кроватку принести? Сейчас никак не получится. Уже поздно. А завтра с утра. Угу. Ну, хорошо. Все, вы свободны. Ключи у вас есть? Видишь, какая накладка-то получается? Пусто у меня. Да, пусто у тебя. Никакого, так сказать, плацдарма для личной секретарши. А, там, кстати, ванная классная есть. И вода течет. Да? Угу. Что-то я не обратил внимания. Пойдем покажу. Ну, пошли, пошли. Ну как? Точно классно. О, что же они идиоты? Полчок-то сюда поставили. Вот дикари, а? Это же европейский-то стандарт. Да? О, а зачем же пишут, как о высшем достижении жизни? СУ раздельно. Так это же наши люди пишут. Да. А я тоже наш, ты знаешь? Отстал от жизни. Ничего. Я тебя цивилизирую. Прямо здесь? Конечно. Не к соседям же нам проситься. Да. К соседям проситься не будем. Билет. Синяя. Я старая уже. Лет 20.
Обижаешь. 23. 17. Господи, с малолеткой связался. У меня же сыну 17 или... Нет, 18, кажется. Интересно, а где он? С матерью живет. Мы в разводе. Интересно было бы познакомиться. Не слишком ли большой разброс интересов? А я вольный художник. Вот это видала? Художница. Видала. Можно вас? Пройдемте. Эй! Уроды, что вы делаете? Отпустите его! Не кричи, пожалуйста. Соседей перепугаешь. А, конечно. Твоих рук дело. Шпион. Сеня. Тут я смотрю рожу-то налетчиков знакомые, приемчики еще те. Слезь, пожалуйста. Я сейчас выпрыгну, если ты не остановишь своих. Спустись, будь добра. А ты? Ты-то добрым бывал? К сожалению, я тебя пальцем никогда не тронул. Это была большая ошибка. Я сейчас выпрыгну. Слышишь? Ты для меня давно выпрыгнула! Пусти! Господи, маленькая-то какая. Я ж тебя даже на руках никогда не держал. Тоже ошибка была. Ну и что? Что вы со мной будете делать сейчас, а? Убьете, что ли? А? Посмотрим. Может, и прибьем. И никто ведь не хватится. Некому. Ну, прибивайте, чего вы тянете? Успеется. А зачем брали тогда? Посмотреть. Ну и что? Не нравится? Женишок, а? Самое противное, что мне с тобой, с сукиным сыном, работать надо. Работать со мной? Вербовать меня, что ли, будешь, а? Так все мои дела, они же как на ладони. А? Лихо дела ведешь. Главное, в одиночку. Вот в качестве такого финансового лихача ты там сможешь пригодиться. Не понял? Это тебе объяснят. А пока получишь содействие с нашей стороны. Какое содействие? А? Такое. Вот хотя бы, что тебя за задницу до сих пор не брали. И не возьмут пока. А моя морда разбитая что? Не в счет? А? Ты, милок, о счетах-то лучше не заговаривай. А
Катись, с Богом. Слушай, Митрич, на 130 языков перевести это невозможно. Это карта мира, там, понимаешь? Давай на английском, спокойно, даже в Гваделупе в какой-нибудь. И то... Да, тихо, какой факс, какой факс? Нет, это я не сплю, это я возмущаюсь так, удивляюсь. Да, у меня секретарша, старушечка, миленькая, хорошая женщина. Ну, тортилочка. Не знает она этих твоих факсов, шмаксов, бипсов? Да. И я не знаю, не знаю, знать не желаю, понимаешь? Ну, не хочу, понимаешь? Не хочу, не умею, не буду. И не собираюсь. Есть одно. Выкл и вкл. Выключил, включил. 8 кнопок. Делов-то. Раз, дверя, никаких он, off, today. Давай, все, все, слушай, ты меня сейчас усыпишь. Да все, пошел. Здорово. Привет. Достал. Ну, так вот такие остались, с черной окантовкой. Прелесть. Ну что, хорошо. Что ж хорошего? Может, у тебя она траурная? Ничего не траурная. Траурная — это когда сюда вот красную полосочку какую-то там вешают. Ну, это все выпендрежно. Слушай, смотри, черные рамочки. Фончик такой хороший, миленький. Слушай, а давай ее сразу повесим, а? Вот здесь. Да? А если какой-то я, кстати, свою фотографию должен вешать у тебя в помещении? А может, тебе... слушай, тебе нравится вообще или нет? Офис-то. Если не нравится, давай другой подберем. Варианты есть. Не, ну почему? Мне нравится. Зачем мне другие варианты? Ну, все хорошо. Да, ну хорошо. Значит, надо регистрироваться. Название придумал? Ага. Слушай, значит так. Большими белыми буквами по красному фону. Снайпер. Так, большие буквы. Пониже и так поменьше буквы. Частное сыскное агентство. Еще пониже юридические услуги. Сухомлинский. Да ты что? Снайпер. Это... Снайпер? Снайпер. Да. Вообще надо... Снайпер. Нет, ну уж сразу назови тогда киллер. Он звучит киллер. А что киллер-то? Что сразу киллер? Ну попроще надо, попроще. Так, знаешь, как сказать... Простенько и со вкусом. Ну, например, крепость. Ну, что, хорошо. Форпост. Форпост. Форпост? Да, форпост плюс. А плюс-то зачем? Модно. Красиво. Плюс в последнем слове. Форпост плюс. Александр Михайлович, к вам люди просятся. Дота, давай-ка это самое, Додо. Давай в свою комнату и будь, ну, будь наготове. Давай, иди, что ты услышишь. Это позвони тогда. Да. Вот представляете, то никого, а тот сами просится. Мария Ильинична, приглашаете. Занято? Присаживайтесь. Я слушаю. Чего слушаю? Слушаю. Нет, это я слышать ответ хочу, Мухин. Вы знаете, даже в КВН сначала задают вопрос,
Да, и еще здороваются при этом. Здравствуйте. Слушай, а ты что жадный-то такой? Он студента заказал, а на охране экономишь на собственной. Это любой может войти, пристрелить, даже неинтересно. Вы знаете, мой друг, массовик-затейник, Коля Квач, он всегда говорит, надо быть, знаете, фаталистом. Вы пришли убивать? По обстоятельствам. Обстоятельств нет. Нет обстоятельств. Территория это? Территория. Она давным-давно помечена. Что помечена? Кем? В самый расцвет перестройки мои люди все описали. Сорвали когтями кору с деревьев. И, в общем-то, врываться в берлогу к медведю. Ну, это как-то, знаете, несимпатично, я бы сказал. Похоже на такой рэкет базарный. Тут не может быть никаких разговоров. Я прошу вас мне помочь, знаете, тут небольшое... Так сказать, я заминочка была, никак не мог понять. Скажите, как вы думаете, вот так лучше? Или, может, вот так, как считаете? Я, может, правее, да. Правее. Ну да, у вас хороший вкус. Я думаю, вот так лучше будет. Так хорошо, да. Угу. Спасибо. Ну, будем знакомы. Да, конечно. Соседи все-таки. Да, соседи, соседи. Соседи. Может быть, на дорожку чашечку кофе, виски. Можно портвейн. Еще гранатомет с собой захватил. Ты зря, земляника. Береженого Бог бережет. Потом у нас нет гранатомета. Пока. Руки убери ты. Ручки еще те, да? Да. Лицо-то покрашу. Сколько дворец Юсупова стоит? Сколько надо? Сколько надо, я еще не заработал. Ладно, ты ее не продавай, отложи мне. Я скоро зайду. Деньжат накоплю и куплю. Понял, да? Не продавай, понял? Без меня. Не продавай. Ну и рожа у тебя, Жора. Ты еще здесь? Конечно. А где же мне еще быть? Пару минут и можно кушать. Да. Я думаю, соседи, наверное, сейчас от зависти, от этого запаха слюной все истекают. Нахлебнулся. И вообще, неплохо устроился. Кусок земли в Москве. Да. Отцовские заслуги. Только дом надо перестроить. Старый дом, да? Ну, старый. Да? Старый, старый. Перестраивать не буду. Жить где?
Ну, ставь. Рядом ставь, на грядках. Вот. Да дело не вместе. Место. Грядки, честно говоря, жалко. Зелень жалко. Я такое количество дерьма сюда вложил собственными ручками. Ни в сказке сказать, ни пером описать. В общем, все дерьмо. Все сам. Ну, чего там? Еще чуть-чуть для корочки. И все. Места, говоришь, мало. А? Мало. Хочешь, работай у меня. Вроде зама. И будет много места. На, иди. А? Да не получится. Гордый? Ну, гордый. Гордый. Как сказал классик, гордыня – это ведь участь слабых. Просто не получится, и все. Почему? Рефлекс. Комплекс советского служащего, понимаешь, он преобладает. Ну, потом чужие приказы сразу вызывают какое-то отторжение, неприязнь. Хочется быть таким вредителем. Пакости строить за спиной у начальника. А тебе это надо. Такой ни к чему. Ну, а потом, честно говоря, я давно уже вырос из этих детских штанишек-то. Нерентабельно. Раз. Рискованно. Два. В то время, когда я раскрутил такую зарубежную структуру сложную. Там тоже разные. Счета разные. Ой, может отрикошетить. Значит, ты мне услуги оказываешь. Ничего, мясо, кстати. Да, получается, что так. Выходит, так что... А не боишься? Да. Чего? А чего? Хочешь мне голову отрезать? Давай, режь. Не жалко. Вторая, правда, не вырастет, но все равно не жалко. А потом тебе это не прибавит, не убавит. Да. Мне это ничего не прибавит. И не убавит. И не убавит. Не убавит. Не убавит. Давай. И пьем. Давай. За дорогого гостя. Нет. Давай сначала за родителей выпьем. Пусть светлая память за них никогда не умирает. Наших родителей. Спасибо. Твоя голова остается на шее. Чтобы кушать. Думать. И иногда говорить. И твоя международная фуфловая структура тоже пусть остается. Мы от нее банк учредим. Хорошая шутка. Почему шутка? Я во время еды никогда не шучу. Да, не шучу. Потом у тебя еще почва готовая, организация, репутация, и ты сам
президент. Остается только к премьеру подкатиться. А к которому из? К одному из двух. Хоть к союзному, хоть к российскому. Или к обоим сразу. Ну, извини, конечно. Ну, а на каких условиях-то? Ну, условия рано обсуждать, дай дожить. А то суставы ломит, как перед грозой. Вот-вот. Подыхнет. Подыхнет. Чувствуется в воздухе переизбыток электричества. Да. В августе всегда бывают грозы со шквалами. Впрочем, одна просьба существует, совсем маленькая. Для тебя что угодно. Твой приятель, этот Муромский. Муромский? Жорик? Жорик. Я на него обиделся. Он мной попользовался, деньги отстегнул. И все. Исчез без всякого возения. Дремучий человек, понимаешь? Да, дремучий. Он этот, снежный человек, обволоченный. Ну... Да, некультурно. Так, некультурно. И ты его немножко прижми, научи жизни молодого человека. По-дружески прошу. По-дружески прошу. А теперь давай за дорогого гостя. За самого дорогого гостя. Даже. Да. За самого? Самого-самого. Благодарю вас. Надо выйти, а? Надо маленько поиграть. Где? В сауне. Боюсь, аккордеон отсыреет в сауне. Там аппаратура японская, не отсыревает. Ничего с твоим аккордеоном не станется. Не знаю. Ну ладно, давай, давай, давай. Иди, помойся. Ти-ти-ти-ти, иди и поиграй, поиграй. А-а-а. Давай, давай. А-а-а. Мне светиться нельзя. Ты случайно не итальянец, а? А что, ты должен быть итальянцем? Я русский чистый, русский по паспорту, ага. по трудовой книжке. Нет, я итальянца встречаю, ты что тут делаешь? Я? Угу. А что делаю? Что делаю? Вот музыкальное сопровождение делаю. Да больно тягомательно какая-то. Извини, конечно. Да? Что-то мне физиономия твоя знакома. М? Тебя не земляник подослал? Да? Морячок. Однако память у вас. Да нет, ничего, я не против. Да? А земляника человек несчастный, совковый, пусть тешит. Может, я штаны надену и уйду? Знаешь что, штаны ты можешь надеть, а вот уходить пока не обязательно. Ты где работаешь? Нигде, ищу работу. Давай, может быть, ко мне? Премиальные хорошие. Спрашивайте, Георгий Дмитриевич. Значит, согласен. Так, вот тебе чего? Первое задание. Ага. Я тут делегацию встречаю. Ага. И там баба есть одна, итальянка, ну такая здоровая. Понял. Такая, понимаешь, да? Понял. Въедливая очень. Ага. Понимаешь, да? А ну, что, въедливым-то этим стером-то, что в бане-то делать-то? Ничего. Правильно. Ага. Поэтому ты возьмешь мою машину и отвезешь ее, ну, куда-нибудь. Понимаешь? Понял. Так, от мужских переговоров подальше. А чего с самой-то, с самой чего делать? Съесть бабу? Ну, что-нибудь сделаешь, там, Москву покажи, там, Кремль, ага. Я не знаю. Ага. Культурную. Статую Мухиной. Культурную, да, программу. Ага. Да. Ага. Угу. Понимаешь, да? Да, а потом в кабачок. Это ты в Бородинскую панораму. Обязательно. Mm. Только Мухина Александр Михайлович ей не покажет. А то она не так поймет. Понял. Да? Пошел? Угу. Да. Только ты штаны, по-моему, сначала хотел одеть, нет?
Да, было такое намерение. Ах, ты совершенно справедливо. Не скрывай. Жора, Георгий Ильич сказал, ты в моем распоряжении. Сеньора! 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 Прего! Прего! Сеньора! Ахтунг! Уно моменту, ан минут! Сеньора, все мен, go business, business party. Only for men. Under... Сеньора, want love story. Very good. Very good. Культур-программ. Culture. Программ. Ресторан, бар, казино, love story. Prego, 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 prego. Ресторан. Ямщик. Я не как Яро. Москва, сеньора. Москва, Москву, Москву, Москву. Си-си-си. Ну, вы решили, куда ехать-то? В какой ресторан? Да ни в какой. Давай на ближайший рынок. Возьмем жратвы, водяры и ко мне на хату. А то, говорят, сейчас в кабаках-то это отбивные из собачатины, из нутрий делают. А нам международный скандал ни к чему. Си-си-си. Не вообще до фонаря все это. Ну, а мне-то как до фонаря. А сеньоре тогда двух фонарей. Сеньора, си, 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 сеньора, да. Сеньора, I speak English? Yes, I speak little, little, little. Little? Ну, я тоже так. Немного, тоже little. Я узнал в толпе его лицо.